Лондон, сердце Англии. Город, в котором живут 9 миллионов человек, и который фашисты пытались стереть с лица земли. Но спокойствие и мужество англичан оказались сильнее, чем ярость фашистских громил. Каждый вечер в течение 2 лет город готовится к встрече воздушных пиратов. Скоро наступит вечер. До воздушной тревоги надо успеть развести всех по домам. Главная забота – уберечь людей от взрывов. Город погружается во тьму. Он закрыл глаза своих окон и насторожил уши. Звукоуловители прислушиваются к вечернему небу. Зенитчики заступают на ночную вахту, тьма. Но есть люди, которые видят всю Англию даже в самую непроглядную ночь. Это штаб противовоздушной обороны. Вокруг стола сидят дежурные с наушниками. Каждый слушает сообщения с 3 постов наблюдения. Каждое движение неприятельского самолета точно отмечается на карте. Сейчас в подземном штабе обороны получены сведения о том, что фашистские самолеты пролетели над побережьем. Отдается приказ о вылете истребителей. Всего лишь несколько минут требуется, чтобы поднять в воздух эскадрилью истребителей. Их задача перехватить врага и не подпустить его к городу. Приближается ночь, приближается опасность. Огромный город, весь в напряжении ожидания. Весь в готовности дать врагу достойный отпор. Нескольким фашистским самолетам удалось пробиться к городу, но враг обнаружен. Тревога! От объявления тревоги до начала налета есть достаточно времени, чтобы люди могли укрыться в бомбоубежище. Женщины, дети и старики знают, что защитники Лондона сейчас на своих постах. Враг приближается. Прожекторы вонзают свои лучи в темноту неба. Вот он! Враг схвачен лучом прожектора, не уйдет.
И пока над городом идет ожесточенный бой, под городом люди отдыхают в убежищах. Завтра снова настанет трудовой день. Утро. Фашисты боятся света. Последние вражеские самолеты торопятся сбросить свой разрушительный груз. Не целясь, они сбрасывают бомбы куда попало и поджигают дома мирных жителей. Добровольцы пожарные гасят пожары. В штабе получено сообщение, что подбит последний воздушный пират. Отбой! Последние часы драгоценного сна перед началом нового рабочего дня. Из тумана и дыма вновь встает Лондон, мужественный город, который не сдается. Кое-что разрушено, но ведь уцелело в тысячу раз больше. Следует как можно скорее привести все в порядок. Жизнь города должна продолжаться. Несколько минут можно потратить на то, чтобы поболтать о событиях минувшей ночи. Сбито несколько вражеских самолетов. Фашистский летчик остался без сапог, вернее, сапоги остались без летчика. Англичане говорят, если на ваш дом упала фугасная бомба, считайте, что вам не повезло. Однако, если у вас есть что вынести из дома, дело не так уж плохо. Те, у кого случилась такая неприятность, могут переселиться в новые квартиры. Нельзя опаздывать на работу. И если транспорт несколько пострадал, можно воспользоваться другими, менее современными средствами передвижения. Впрочем, мост метро уже починен. Жизнь продолжается. Вновь улицы полны народа. Вновь торгуют рынки. Вновь открыты магазины. Правда, некоторые из них открыты шире, чем обычно. Но, не в пример Берлину, товаров у англичан достаточно. «Носите белые по вечерам», — гласит реклама. Это поможет вам избежать внезапных столкновений в темноте и тумане. Первые уроки хладнокровия, детский противогаз. Однако, пожалуй, противогаз не понадобится Бэби.
Большинство малышей Лондона отправлены в безопасные районы. Но все же в Лондоне осталось 135 тысяч детей, и школы продолжают работать. На родине Шекспира по-прежнему любят великого драматурга. Театры продолжают свою работу. В 5 часов вечера в этом театре начнется спектакль «Король Лир». Лондонские киностудии выпускают фильмы, в которых день за днем отображается борьба Англии с германским фашизмом. Чтобы завоевать господство в воздухе, надо работать день и ночь, невзирая ни на какие бомбардировки. Помимо помощи Америки, удвоилось производство бомбардировщиков самой Англии. В лондонском порту оживленно и людно. Министр иностранных дел Англии Антони Иден едет на заседание, где будут обсуждаться важные военные вопросы. Расскажем вам о Москве в дни Великой Отечественной войны. Внешний город мало изменился. По-прежнему бурлит жизнь на улицах, по-прежнему торопятся москвичи. И только противогаз, надетый через плечо, да мешки с песком, закрывающие витрины магазинов, напоминают о войне. С этими грозными баррикадами мешков мирно работают кафе, рестораны.
была окружена огромным кольцом противовоздушной обороны радиусом в сотни километров. Сколько стихов сложено об этих голубых просторах, сколько песен спето о прекрасном величественном небе. Сейчас эти красивые облака не внушают доверия. За нежным перистым облачком может скрываться фашистский бомбардировщик. Вокруг Москвы расположена сеть аэродромов. Фашистским самолетам, которые пытались напасть на Москву, не раз уже пришлось встретиться в воздухе с этими истребителями и испытать на себе уничтожающий огонь нашего воздушного оружия и смертоносный удар русского тарана. Это называется готовность номер один. Летчик дежурит в самолете. Каждое мгновение истребитель готов взвиться в небо. А это готовность номер два. Дежурство возле самолета. Капитан Тетенков сбил уже 4 немецких бомбардировщика на подступах к Москве. Надеемся, товарищ капитан, этот счет станет еще больше. От всего сердца желаем вам удачи. Наступает вечер и кверху. К этому незаслуживающему никакого доверия небу поднимаются жерла зениток. Здесь скрыто много сюрпризов для фашистских юнкерцев и хенкелей. Этими гостинцами Москва угощает непрошенных гостей. Недаром москвичи всегда славили своим гостеприимством. Темнеет. Нужно удесятерить бдительность. Излюбленное время бандитов и убийц. Слушайтесь в тишину ночи. Будьте внимательней, друзья. Враг хитер. Враг. Воздух. 12:34:47. Воздух. 48:36:24. Воздух. 11:17:42. Товарищ генерал-майор Тлери, в воздухе 3 группы самолетов-бомбардировщиков. Курсом 90, высота 4-5 тысяч метров, скорость 420. Время подхода к зоне встречи 23-23 первой группы.
Штабам объявлена тревога. Частям положение номер один. Дабы я поднять три группы самолетов на линию А, Б, С. Курс 270, высота 4000. Приказание принято. Поднять звено в воздух. Высота 4. Лед немедленный. Счастливого пути, товарищи! Положение номер один объявлено. Объявить городу воздушную тревогу. Есть объявить городу воздушную тревогу. Товарищ Пронин, говорит Журавлев, объявить городу воздушная тревога. Воздух, начальник штаба, объявите населению воздушная тревога. Да. Граждане, воздушная тревога. Граждане, воздушная тревога. Токари, строгальщики, педагоги, водопроводчики, археологи, чернорабочие, москвичи поднимаются на защиту своего города.
через несколько секунд встреча с врагом. Докладывает штаб авиации. В квадрате 214-13 между нашими истребителями и бомбардировщиками противника воздушный бой. В световом поле номер один падает горящий самолет противника. Начальник артиллерии, в зону артиллерийского огня входит противник. Встретить, уничтожить. Приказание принято. По самолетам противника открыть огонь. Огонь! НП-45. К городу прорывается самолет противника на высоте 5000 метров. Сектору 10. Открыть огонь по подходящему противнику. Огонь! Слышите? Это голос Красной Пресни. Сокольники. За Москворечье. Дни грозного испытания являются в то же время днями великой проверки людей. Тысячи москвичей стали подлинными героями. Сколько пренебрежения к опасности, сколько презрения к смерти проявляют москвичи в эти тревожные ночи. Один пожар в Москворецком районе. Район просит помощи. Все остальные пожары потушены населением. Из городского резерва выслать 5 автоходов. Есть выслать 5 автоходов. Пожарная служба. Выслать 5 автоходов в Москворецкий район. Москвичи называют зажигательные бомбы сокращенно зажигалками. Эти зажигалки иногда не удается сразу потушить. Thank you.
героическим защитникам Москвы, отважным бойцам пожарных дружин, слава! Пост номер 21. В районе Никитских ворот упала фугасная бомба. Взрывной волной брошен памятник Тимирязеву. Начальник штаба, от первого полка вышлите роту. Памятник у восстановления приступить немедленно. От второго полка выслать батальон для заделки ворот. Есть. Первый полк. Выслать роту к Никитским воротам. Памятник Тимирязеву. Второй полк. Выслать к Никитским воротам батальон. Приступить к заделке воронки. Пусть будут прокляты убийцы, варвары, подонки, недостойные имени человека. Пусть будут прокляты мерзавцы, которые ради своих бредовых идей убивают ни в чем не повинных детей и женщин. На миг не прекращают работу московские заводы. Никакими угрозами, никакими фугасными бомбами не запугать фашиста московского пролетариата, не сломить его воли. Здесь, в часы ночных битв над Москвой, еще лучше работают. Здесь в эти часы устанавливаются новые рекорды. Здесь куется грозное оружие нашей победы над врагом человечества. Игрока в явном цейтноте. Сегодня что-то он поздно прилетел. Он навсегда ведь в разное время орёт. А вчера все совсем не было. А может, у него бензин не хватает, черт его знает. Вот эконом. Да. Вот мы здесь сидим, а сынок мой там летает. Вот посмотрите, как. Этот москвич, Виктор Талалихин, поднялся в воздух рядовым лейтенантом, а приземлился знаменитым героем Советского Союза.
Он и сейчас в воздухе. Товарищ генерал-майор, товарищ Сталин, вас просит телефон. Товарищ народный комиссар, по вашему приказанию докладывает Громадин. Есть. Товарищ народный комиссар, обстановка следующая. Противникам к городу направлено было 54 самолета. Из них удалось проникнуть в городу трем самолетам. Да, так точно. Остальные самолеты были встречены нашими истребителями и огнем зенитной артиллерии отогнаны. Бомбы сброшены беспорядочно в 30-40 километрах от города Москвы. Отходящих противника преследуем. Так точно. Есть. Отходящую противника поднята истребительная авиация дальних аэродромов. Так точно. Еще подходит группа самолетов противника в 200 километров сейчас юго-западнее от Москвы численностью 9 самолетов. Так точно. Есть. Есть. Не допустить проникновения последней группы в город противника. Принимайте. Штабы и арт поднять. Авиация, аэродром 42, 18-37, высота 6 тысяч. Встретить подходящего противника и уничтожить. Двести семьдесят, 5 бомбардировщиков, 4800, 23-42. Воздух, 217-51, 260, 3 бомбардировщика, 5200, 23-44. Товарищ командующий, в воздухе противника нет. Идёте отбой. Отбой, есть отбой. Товарищ Пронин? Журавлев говорит. Отбой! Воздушной тревоги. Угроза воздушного нападения миновала. Отбой. Из жаркого боя возвращаются истребители. Привет вам, соколы! Не возвратился еще мастер воздушного боя, славный летчик капитан Тетенков. Это минута высшего напряжения у ожидающих, у механиков, которые готовили машину к бою, у товарищей. Точно известно, что по времени бензин кончился, и если летчик не вернулся... Товарищ командир, докладывает капитан Тетенков. Противник атакован в квадрате 24 на высоте 7000 метров. В первой очереди загорелся. Пытаясь потушить самолет, снижался пикированием до бреющего полета. На бреющем полете уничтожен полностью. 24. Да. Фашистский крест. Да. Дорнье 217. Благодарю вас за успехи, товарищ капитан. Какие будут дальнейшие указания? Можно отдыхать? Есть готовность номер 2 и отдыхать, не уходя от самолета. Есть.
Это коллекционеры осколков. Не изобретены еще бомбы, которые могли бы этому помешать. Любовь есть любовь, товарищи. Сегодня ночью родился новый герой. Вот он, летчик-истребитель Кухаренко. Он сбил в ночном бою два вражеских самолета. Он бывший донецкий шахтер, этот герой. Спи, летчик, ты заслужил свой отдых. Под Москвой, в дачной местности, на какой-нибудь тихой Клязьме, утром можно увидеть остатки вчера еще грозного фашистского чудовища. Немецкое радио хвастливо сообщает о разрушении важнейших военных объектов Москвы. Вот они, эти военные объекты. Театр имени Вахтангова, памятник великому ученому Тимирязеву, детская поликлиника. Не страшны налеты трусливых стервятников в силе созидающего труда советского народа. Ничего, товарищи, Москва залечит раны. Наш великий город, наша родная Москва, сердце нашей страны, город Сталина, будет стоять в веках. Мы гордимся тобой, Москва! Thank you.